Здравствуйте, дорогие друзья! Приехали на могилу нашего героя. Ветер, прошу извинить за качество съемки. Я помолчу, читайте. Солдатам-офицерам, героически защищавшим Сторожевской плацдарм, расскажут пусть камни о ваших делах, как насмерть стояли герои стояли. Здесь русский, киргиз, сибиряк и казак за родину жизнь отдавали. Рядовой 636-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 6-й армии Воронежского фронта, герой Советского Союза Чулпанбай Тулибердиев 13 июля 22-го. Стоял на круче. И вся долина обстреливалась. Он здесь дает поворот. И бюст его стоит в Лисках на аллее героев. Помянем, друзья, 20 лет жизни. Земляки регулярно в день смерти приезжают, совершают намаз. Так, друзья, не случалось мне побывать на этом священном месте. Это наш герой.